Всех приветствую. Продолжаем бродить по главному штабу Эрмитажа, рассматривать картины Джорджо Моранди, метафизический натюрморт, 1918 год. Вот такое описание картины. Композиция интригует. В некий короб помещены манекен со странной дырой в голове, висящий в воздухе шар, трость. Они существуют в выхолощенном пространстве, где не действуют привычные физические законы. Нет различий в фактуре предмет. Их цвет настолько лаконичен, что они могут восприниматься в отрыве от своей функции. Видеть загадку в самых обыкновенных предметах и передавать метафизическую психологию вещей – так определил задачу метафизической живописи ее изобретатель Джорджо де Кирко. Однако Моранди интересует не метафизика, но геометрия. Прибегая к упрощению и метафизическому отстранению, он видит в натюрморте прежде всего идеальную лабораторию для исследования предметных форм. Вот такое описание работы Джорджо Моранди. Метафизический натюрморт, 1918 год, холст масла. Работа находится в главном штабе Эрмитажа. Пока-пока, до свидания.